всем нашим друзьям, которые всегда к нам приезжают на эти лекции. Не буду долго, как говорится, рассказывать. Я Артему Александровичу сразу слово даю. Здравствуйте, дорогие. Спасибо всем, кто нашел время прийти, кто собрался на нашу встречу. Сегодня будем говорить о замечательном английском писателе Честертоне. Если многие писатели пишут таким образом, что читая их, мы следим за сюжетом, в большей или в меньшей мере интересуемся тем, что написано, но сказать, что действительно то, что мы прочитали, это то, что нас может глубоко порадовать, мы не можем. И есть некоторые редкие писатели, как Честертон, читая о которых мы входим в совершенно особенное состояние, необычное состояние, которое можно было бы назвать ощущением вкуса рая. Когда ты ощущаешь нечто такое, что тебя вдохновляет не просто прочитать, но жить и надеяться. И сегодняшняя нашу лекцию я начну с одного стихотворения Честертоновского, которое есть у него в одном из его романов, и в романе «Перелетный кабак». И что интересно, это стихотворение читалось по английскому радио, которое транслировалось на всю страну, два раза. Первый раз оно транслировалось в день начала Второй мировой войны, для того, чтобы подарить англичанам надежду. А второй раз оно транслировалось в мае 45-го года, чтобы показать, что всякая надежда для доброго человека имеет глубокое основание. Что наш мир устроен по закону сказки таким образом, что добрые люди, или даже стремящиеся к доброте, обретают здесь счастливый конец. И вот это стихотворение. В городе огороженном, непроходимой тьмой, спрашивают в парламенте, кто собрался домой. Никто не отвечает, дом не по пути, да все перемерли, и домой некому идти. Но люди еще проснутся, они искупят вину, ибо жалеет Господь свою больную страну. Умерший и воскресший, хочешь домой, душу свою вознесший, хочешь домой, ноги изранишь, силы истратишь, сердце свое разобьешь, и тело твое будет в крови, когда до дома дойдешь. Но несется голос сквозь годы, кто еще хочет свободы, кто еще хочет победы, скорее домой. Это только начало лекции, дорогие. И знаете, если кто-нибудь из вас бывал в западноевропейских университетах или знакомился с тем, что пишут сейчас, то вы можете увидеть, что в мире, ну, в основном это такая тенденция существует именно в Западной Европе и в США, ну, и в романо-германском культурном типе, восприятие поэта, восприятие писателя как человека, который имеет соответствующее образование, чтобы играть словами, чтобы составлять какой-то текст, который приносит определенное содержание. Когда же вот, если мы обратимся к современному литературоведению Северной Америки, то мы увидим, что с точки зрения этого литературоведения от текста писательского ждут как изображение какого-то процесса, то ли политического, то ли физиологического, то ли еще какого-нибудь, может быть, психологического процесса. И, но, тем не менее, этим все и ограничивается. Но существует другое, более древнее, библейское и очень древнее восприятие поэта и писателя как пророка, как человека, который пишет не потому, что он хочет поиграть словами, не потому, что ему заплатят за это гонорар, да, а мы знаем, что в современном развитом мире и человека, который сочиняет надписи на консервных банках, тоже называют писателем, да, но писатель — это нечто другое, это человек, который смотрит, имеет дар глядеть в глубину бытия, в глубину творения. И поэтому он сочиняет не так, как, допустим, человек, который разложил перед собой сначала бизнес-план, просчитал, что вот такая тема в этом полугодии будет более востребована, а теперь мы возьмем интернет-ресурсы, возьмем, откроем какие-нибудь сайты и возьмем какой-нибудь древний миф и на костяк этого мифа натянем какой-нибудь постмодернистский сюжет, и у нас получится что-нибудь такое, что мы теперь вот всем будем хорошо продавать. И, конечно, настоящий писатель пишет не так. И поэтому настоящих писателей в мире настолько мало. Помните, как Грэм Грин
однажды сказал в интервью, которое Евтушенко, кстати, Евгений у него брал, он сказал, я думаю, что в любом поколении, всегда, в любом месте настоящих писателей и поэтов немного. Их действительно немного, это может быть несколько сотен имен на все человечество, может быть до 1000 имен, ну немного. Я не считал, конечно, их никогда, но это действительно малое количество людей, которые имеют подлинную глубину дара, того дара, о котором Уинстон Хью Оден говорил: «Пой, поэт, с тобой, поэт, в бездну ночи сходит свет, голос дерзко возвышай, утверди и утешай». В этом смысл поэзии. Утверди и утешай. Открывай свет и радость там, где все ждут только беду и несчастье. Там, где всем кажется, что все будет только плохо, только мучительно, что ничего хорошего по человеческой логике ждать не нужно. Поэт — это тот, через кого, как, допустим, через святого в мир вторгается логика божественной красоты, которая меняет восприятие читателя, слушателя, и человек вдруг понимает, что действительно добрый конец существует не только в сказках, и этим он и прекрасен, этим он и удивителен. И другое, что нужно сказать о настоящем поэте, такой дар, конечно же, всегда чем-то оплачен. То есть, если вы посмотрите на жизнеописание настоящих поэтов, писателей, то вы увидите, что им пришлось много претерпеть. И от близких, и от критиков, и от людей, с которыми они жили, и от множества людей, и от обстоятельств, для того, чтобы дар стал еще более совершенным, чтобы они были еще более внимательными. Но, опять же, повторюсь, человек не может просто, никогда не знать трудности, не знать вот этой вот боли за другого, за других, и создать что-то великое, потому что он должен почувствовать вот эту глубину нашего мира, те смыслы, по которым этот мир существует. И отсюда получается, что настоящий писатель, настоящий поэт, он никогда ничего не пишет ради того, чтобы получить за это деньги, хотя ему могут деньги заплатить. То есть, допустим, Диккенс, когда писал, он знал, что ему заплатят. Или тот же, допустим, Пушкин, когда писал, он тоже знал, что ему оплатят. Но они не создавали произведение ради этого. И даже Дюма, это вот этот редкий случай, да, когда он написал своих трех мушкетеров ради гонорара, он писал на самом деле не ради гонорара, а потому что он не мог не писать, потому что ему хотелось создать вот эту вот красоту, так как он ее видел, так как он ее понимал, но не для того, чтобы ему заплатили. Потому что подход к жизни, когда человек все просчитывает, что ему заплатят за это, заплатят за то, это, конечно, подход удачный в том смысле, что человеку платят, но абсолютно неудачный в том смысле, что имя такого человека, оно не переходит в вечность, его не запоминают, а если вспоминают, то только историки, причем совершенно специализированных направлений, а все остальные его совершенно не помнят. Ну, как, допустим, сейчас всем известно имя Андерсена, но я думаю, что очень мало людей назовет имена его критиков, хотя критики были очень многочисленны и досаждали известному писателю. И у Андерсена, кстати, по этому поводу есть очень интересная сказка, которая называется «Тетушка зубная боль». Совершенно удивительная вещь об одном молодом человеке, ну не молодом, может быть, 30-летнем уже человеке или около того, который посчитал, что он настоящий писатель на том основании, что он действительно может удачно складывать слова, какими-то смыслами играть, то есть что-то описывать. И к нему действительно приходит вдохновение, но только вдохновение не в виде обыкновенной музы, а в виде такой вот тетушки, которая представляется как зубная боль. И она ему говорит, напоминает о том, что всякий дар в этом мире должен быть оплачен. И если ты не готов платить за то, что ты поэт, а платить именно вот этой болью, трудом, трудностью, то, соответственно, им вот, соответственно, ничего не получится. Но она ему эту мысль передает в такой очень остроумной андерсоновской форме. Я вам процитирую этот отрывок. Итак, значит, зубная боль уже подходит к нему и говорит: «Ах, так ты поэт», — продолжила она. «Ладно, я научу тебя всем размерам мучений. Я примусь за тебя, прижгу тебя каленым железом, продерну веревки во все твои нервы. В челюсть мне как будто вонзили раскаленное шило. Я корчился от боли и извивался, как червь.
«Чудесный материал», — продолжала она. «Настоящий инструмент для игры. И задам же я сейчас концерт. Загремят и барабаны, и трубы, и флейте, а в зубе мудрости — тромбон. Великому поэту — великая и музыка». И вот она начала играть. Вид у нее был ужасный. Я видел одну ее руку, эту туманную, холодную, как лед, с длинными тонкими шелообразными пальцами. Каждый палец был орудием пытки. Большой и указательный образовывали клещи. Средний был острым шилом, безымянный буравчиком, а мизинец с принцовкой с комариным ядом. «Я научу тебя сейчас всем размерам», — продолжала она. «Великому поэту великая и зубная боль, а маленькому поэту маленькая». «Тогда пусть я буду маленьким», — взмолился я. «Пусть я совсем не буду поэтом. Я и не поэт. На меня только находят временами припадки стихотворной болезни, как находят припадки болезни зубной. Уйди же, уйди». Вот. Поэт — это тот, кто имеет колоссальную глубину вникновения. Помните, когда-то Бродский сказал удивительную фразу, что человек есть испытатель боли. Но Честертон — это тот, кто, можно так сказать, продолжил Бродского и указал на то, что боль — это не конец истории доброго человека, что за болью всегда приходит что-то другое. И когда ты живешь ради чего-то высшего, ради других, то боль всегда будет на поверхности, а вот это вот особое сияние жизни, которое ты ощущаешь, вот этот вкус рая, он будет в глубине твоей души и твоего сердца. И Честертон жил именно в таком состоянии. В семье, где он родился, родители очень старались сохранить у детей детскость. Это особое такое состояние восприятия мира в чистоте и в красоте, в ощущении всего красивым, хорошим, достойным. Честертон был особенно прилежным учеником в этом смысле. Кстати, позднее он скажет об Андерсене в своем эссе об Андерсене, что чем длиннее, точнее, чем выше человек, тем длиннее его детство. И у Честертона, и у Андерсена детство длилось всю жизнь. Детство длилось всю жизнь, но, конечно, это не значит, что такое состояние давалось Честертону или Андерсену без борьбы. Все это было довольно-таки непросто, потому что они находились в мире взрослых, а, как известно, в мире взрослых все неправда. И Честертон, тем не менее, оставался удивительно радостным, удивительно светлым человеком, и он принимает католичество при очень интересных обстоятельствах благодаря своей жене. И он говорил, что радость христианина радостна, потому что все неестественно и поразительно в лучах нездешнего света. И вот его радость, его вот этот вкус рая был основан именно на том, что он ощущал вот этот вот нездешний свет, который проницает все. Помните, как у Григория Адамовича, здесь удивительные строки, когда Серебряный век собралось там несколько поэтов, там были и Бальмонт, и Цветаева, и Адамович, он вышли, и он написал: «Но все-таки реял над нами какой-то особенный свет, какое-то легкое пламя, которому имени нет». Честертон называет это пламя по имени. Он знает, где имя того, что он ощущает. Но он видит, что вся эта радость, она основана на возможности благодарить за то, что с тобой происходит, и на совершенно удивительном таком необыкновенной способности, которую каждый может развить у себя, ощущать события своей жизни и все, что ты видишь вокруг, как подарок, как какой-то дар, который пришел в твою жизнь, и ты этому дару радуешься. Поэтому Честертон говорит, что радоваться сорняку может только тот, кто чувствует себя сорняка недостойным. Поразительные слова, да? Но дело в том, что Честертон, он всегда говорит парадоксами, он всегда говорит вот таким вот удивительным слогом, что его действительно можно растащить на цитаты и этими цитатами украсить квартиру, как это делал Симор в своей комнате, помните, из прозаического произведения Селлинджера «Симор», где, кстати, тоже герой, это настоящий великий поэт, и как бы вот Селлинджер как бы описывает, да? И, конечно, вот эта вот удивительная способность Честертона радоваться и благодарить. Смотрите, допустим, как он благодарит за свой брак. А он невероятно любил жену, он благовел перед женой, он был очень верным человеком в браке, он все делал для своей жены. Смотрите, как он о ней говорит.
Верность одной женщине – недорогая плата за то, чтобы увидеть хотя бы одну женщину. Жаловаться, что жениться можно только один раз, все равно, что жаловаться, что родиться можно только однажды. И только дурак недоволен, что нельзя войти в райский сад сразу через 5 ворот. Удивительно, да? Ну вот так вот он воспринимает этот мир, то есть вот в такой вот красоте. Смотрите, что он еще пишет. Я всегда чувствовал, что все на свете чудо, ибо все чудесно. И вдруг я понял, что все чудо в более строгом смысле слова. Все снова и снова вызывает некая воля. Я всегда чувствовал, что в мире есть волшебство. Теперь я почувствовал, что в мире есть волшебник. Тогда усилилось ощущение, всегда присутствующее подсознательно, что у мира есть цель, а раз есть цель, есть и личность. Мир всегда казался мне сказкой, а где сказка, там и рассказчик. Он имеет в виду Творца Небесного. И когда его замечательное творчество исследовал удивительный ученый Аверинцев, то он говорил, что Честертон хотя бывало и ошибался в каких-то фактах, но он поразительно точен в целом. И он даже снайперски точен, можно так сказать. Но Честертон ошибался в фактах, можно так сказать, даже намеренно. Допустим, когда он писал какие-нибудь свои эссе, он никогда не оформлял цитаты так, как это делают, допустим, ученые. Потому что он говорил, я это не приемлю. Его спрашивали, почему? Он говорит, ну смотрите, цитата, которую я привожу, она живет во мне как часть моей души, как сияние моего сердца. И я ее воспроизвожу по памяти так, как она в моем сердце живет. Зачем же мне ставить кавычки, ставить, что, допустим, это сказал такой-то писатель в таком-то томе, там, не знаю, там, в 4-м томе писем к своей теще, допустим. Он не хотел этого делать и намеренно вот по этой причине. Он совершенно удивительным образом отстаивал в мире все хорошее, и он много отстаивал веру, потому что он принял католичество, и он спорил со множеством разных людей, которые в то время, это вы помните, конец 19-го, начало 20 века, такое вот время, когда на веру многие нападают, и он очень интересно говорит, смотрите, у каждого свое мировоззрение, вот это мое, оно мне подходит, знак слабоумия. Воззрение на мир создается не для того, чтобы подходить человеку, оно создается, чтобы подходить миру. Частная вера так же немыслима, как частное солнце или частная луна. По этому поводу он создает ряд удивительных произведений. Тот же самый человек, который был четвергом, или «Обращение анархиста». Совершенно уникальный рассказ. А вы помните, что в то время, это 1905 по 1917 год, это же во всем мире движение анархистов, революционеров, они создают кружки, тайные общества, они бросают бомбы в разных там чиновников и губернаторов. Это вот действительно было везде, и было и в Англии тоже, хотя, может быть, чуть-чуть меньше. И как ни странно, да, в Англии было меньше. И вот он пишет такой рассказ об одном анархисте, то есть человеке, который отрицает все ценности этого мира. То, что, помните, Тургенев называл нигилисты, да? Ну, это не он называл, но помните роман о Базарове, да, «Отцы и дети», нигилисты, да? Которые отрицают все, отрицают ценность брака, ценность церкви, ценность семьи, ценность любви. То есть все сводят к неким физиологическим процессам, к неким естественно-научным процессам. Хотя о науке эти люди знали, как ни странно, очень мало. То есть они не были учеными в том классическом смысле, как им, допустим, был Эдисон или Ньютон или тому подобные люди. И вот, значит, такой анархист, он встречается с молодой, красивой, очень приятной девушкой, которая является католичкой, то есть находится в католический храм, она вот посещает церковь, она причащается, а он нет. И вот он все время ей рассказывает, что все это пустое, все это не нужно, зачем ты это делаешь, для чего ты этим занимаешься, ну и так далее. И однажды вот все-таки она дает согласие, потому что она все-таки его любила, на брак. Он, чтобы ей как-то сделать приятное, он соглашается вместе с ней пройти обряд венчания, хотя в Бога он как бы не верит, да. И вот потом он приводит ее после этого в свой клуб анархистов. И там все собираются, ну и все рассказывают там что-то такое, вот что это нам не нужно, и то мы низвергнем, и общество мы перестроим на новых началах, и это будет свобода слова, и каждый будет говорить все, что хочет, и не будет никаких ограничений в нашем английском мире, ну и так далее. Вот рассказывают, и тогда анархист этот берет слово и говорит, скажите, я ведь могу говорить все, что угодно на вашем собрании, ну
Правильно же? Они, да, конечно, по крайней мере, в нашем кружке уж точно свобода слова. Он говорит, ну, смотрите, я сегодня утром венчался с этой девушкой. Анархисты приходят в ужас, начинают его ругать, как ты мог, как ты посмел, там, ты так не спал с величия анархизма. Ну, и, в общем, ругают, а он там дальше говорит, что я там собираюсь там в храм пойти. И они, в итоге они выдерживают и выгоняют его из кружка анархистов, он выходит со своей женой, и она его с удивлением спрашивает, скажи, зачем же ты сейчас, скажем так, хвалил то, что всю жизнь, по крайней мере, при мне отрицал? Он говорит, знаешь, я как-то подумал, что... Они все думают, каждый по-своему и кто как угодно, но они очень дружно объединились против веры и против венчания и против церкви. И дальше смотрите, что он говорит. Анархист вынесет все, кроме одного смысла. Он вынесет тысячи ересей, но не правоверие. То, что они так ненавидят, несомненно, должно быть правдой. Удивительный момент. Смотрите. Это ведь то, о чем думали и древние философы. Помните, и Чжуанцзы, и Конфуций, да? Они ведь удивительные слова говорили. Помните, вот Конфуций, допустим, говорил, что мы должны сносить суждения не 10 000 живущих обыкновенно, а одного причастного истине. Вот да, здесь то же самое. То есть всякое зло, оно объединяется против правды, против красоты. Везде, и в литературе, и в науке, и в церкви. Смотрите, кто гнал Андерсена? Вот эти вот напыщенные умники, да, которым казалось, что весь мир находится под властью умников, что если у них есть, да, степени, ранги, положения и так далее, то они могут диктовать всем остальным, что делать, как говорить, как поступать, и что только они имеют в этом мире значение. И они, конечно, имеют в этом мире значение, но только до тех пор, пока им не встречается человек, несущий в себе небо, несущий в себе красоту рая. Против несущего красоту рая все они дружно объединяются и пытаются его всячески дискредитировать. Да? О, я, кстати, по этому поводу такой нонсенс когда-то написал. Пророка нет в отечестве своем, а если есть, сжуем. Вот. И Аверинцев, кстати, говорил о Честертоне, что у него любая тема – это предлог еще и еще раз поговорить о самом главном, о том, ради чего живут люди, ради чего они остаются людьми. Помните, кстати, у Довлатова есть интереснейшее замечание. Он говорит, что обыкновенный рассказчик пишет о том, как живут люди. Писатель пишет о том, как должны жить люди, а великий писатель, как люди не умеют жить. И вот у Честертона тоже было что-то такое. Причем писал он не только эссе, не только романы, он писал статьи для газет, он писал рассказы, и он все время хотел поделиться вот этим удивительным, необыкновенным светом, чистотой, которую он ощущал. То есть для него мир был красотой, для него мир был хорош, потому что он сам был добрый, он видел мир именно таким. И он хотел поделиться со всеми остальными этим невероятным ощущением. Поэтому добрые тянулись к этому мировосприятию. Ну, а, скажем так, всякие умники и люди формы, наоборот, они отталкивались от этого, они его не любили, потому что они сразу понимали, что он чужой в их взрослой компании. Вот, и он, естественно, был для них не таким, как кого они хотели бы перед собой видеть. Но он же очень остроумно со всеми ними спорил. У него был удивительный дар слова, удивительный дар спора, в том числе дар диалога, который редко бывает у людей, наверное. И он заметил, что люди, которые с ним спорят, как он выразился, они готовы бросить в христианство любой камень, даже если это будет последний кирпич их собственного дома. Но тем не менее он спорил с ними и очень, очень остроумно и очень красиво и глубоко это делал. И однажды он заметил, что христианство обвиняют в газетах, в журналах, в общественном мнении в совершенно противоположных вещах. Ну, допустим, одни говорят, что христианство унижают женщин. В другой статье, или даже в той же газете, но в другой статье может быть написано, что только женщины так глупы, чтобы ходить в храм. Или, допустим, одни обвиняют христианство, что оно учит подставлять левую щеку или правую, да, когда тебя ударили по другой щеке, а другие обвиняют христианство в крестовых походах и в том, что оно заливает кровью землю. Одни говорят, что оно подает ложные надежды, а другие говорят, что оно погружает в отчаяние. То есть обвинения в
совершенно противоположных вещах. И он совершенно интересным образом об этом пишет. Смотрите. «Представьте, что вы слышите сплетни о незнакомом человеке. Одни говорят, что он слишком высок, другие, что он слишком низок. Одни ругают его полноту, другие его худобу. Одни называют его слишком темным брюнетом, другие светлым блондином. Можно представить, что он очень странный с виду, но можно предположить и другое. Он такой, как надо. Для великанов он коротковат, для карликов слишком длинен. Старые обжоры считают его тощим, старые денди тучным на их изысканный вкус. Шведы, светлые как солома, назовут его темным, негры светлым. Короче говоря, это чудовище просто обычный или вернее нормальный человек. И христианство нормально, а критики его безумны, каждый на свой лад». Удивительные, да, такие слова? Это очень странно было, когда человек такое говорил в Англии в то время, потому что Англия уже была во многом светским государством, хотя в то время еще все учили закон Божий в школах, но поскольку он обычно преподается очень нудно, редко есть учителя, которые могут рассказать эту вещь интересно, то, соответственно, и люди не особенно этим интересовались, и тут вдруг появляется Честертон, который говорит о событиях, произошедших 2000 лет назад, как о сенсации, которая превосходит по своей сенсационности все события и сплетни, которые случились недавно в Палате Лордов в самом центре Лондона. Он, конечно, гениально это умел делать, и сам он по этому поводу говорил, что его, когда он был молодым, еще интересовали парламентские и политические новости, но когда он что-то в жизни понял, его стало интересовать только красота и священное писание. Вот так вот интересно замечал. И, кстати, вот такой удивительный оборот его жизни к вере, этим оборотом обязана история его супруги Фрэнсис. Фрэнсис была простой, но умной и образованной верующей девушкой, католичкой. Это не свойственно для Англии, потому что Англия, вы помните, была протестантская, сейчас является протестантской англиканской страной. И Фрэнсис, она была очень интересным человеком, и с ней тоже было интересно. И когда он ее увидел, как он сказал, я увидел на ее лице аскезу веселости, а не печали, потому что аскеза печали легче, и печалиться гораздо легче, чем быть веселым и радостным. Помните, даже как у Довлатова есть такое замечание, он говорит, что издали уныние похоже на величие духа. Но здесь тоже что-то вот такое, и... Значит, он восхищается своей невестой, он делает ей предложение, и когда она соглашается, он идет домой, он поет всю дорогу что-то и пишет ей письмо, хотя она жила недалеко, и пишет письмо о том, что он ощущает, насколько она прекрасна, насколько он ее недостоин, и говорит такие слова: «Чувство собственной ничтожности захлестнуло меня, я пляшу и пою». Удивительно, да? Обычный человек, если чувствует свою ничтожность, он злится, он раздражается на всех. А тут человек ощущает других высшими и лучшими себя. Но в этом свойство любви. Если мы кого-то любим, мы чувствуем его лучшим себя и прекраснейшим себя. И такова любовь. И Честертон был таким удивительным человеком, что по его поводу Аверинцев говорил, что каждое слово о своей жене Честертон говорил со смиренным восхищением. Вот смотрите, допустим, его прозаический стих о супруге. «Ты видел ее улыбку, о душа, будь достойной, ты видел ее слезы, о сердце, будь чистым». Честертон был одним из немногих людей, кто понимал, что профессия существует, как это ни странно, для нашего мира, не для заработка, а для умножения красоты тем способом, который свойственен твоей профессии. И поэтому его подход к любимому делу, он был журналистом по профессии, этот подход был не каким-то уныло-шаблонным, не мертвяще-бюрократичным, и он никогда не вносил в свое дело какую-то канцелярскую духоту, но он действительно умел освещать свой труд небом и небесной красотой. И поэтому его журналистика превратилась в радость для тысячи и сотен тысяч людей по всему миру, для его читателей. Он писал своей невесте, когда поступил работать в газету, что, цитирую, «Я и впрямь думаю, что совершу переворот в журналистике, введу в газетные статьи поэтическую прозу». То есть он хотел сделать газетную статью, это его знаменитое эссе «Будущее», которых довольно много, похожими на, ну, действительно, на какую-то вот такую вот
прозу, в сути которой звучит стихотворение. И он очень ценил поэтому свой труд, а другие ценили его. Он начал печататься в двух больших газетах, Daily News и Speakers, это известные английские газеты того времени, и читатели сразу же обратили внимание на новый и прежде невиданный подход к слову, который был у Честертона. Ну, понятно почему. Ведь смотрите, повторюсь, да, наш мир — это мир взрослых, а в мире взрослых все неправда. И здесь люди, они все время во что-то играют, и об этом, да, писали некоторые философы в 20 веке, и даже, в принципе, еще и даосские мудрецы средневековые, китайские, знали, что люди все время что-то изображают. То есть они изображают какие-то функции, допустим, там, да, государя, министра государева, там, купца, воина и так далее. Но все это не настоящее, все это не то, кем они являются по сути. Помните, как удивительный классик, классик американский Уолт Уитмен писал в своих «Листьях травы»? Он говорил, вот, я смотрю на все происходящее как бы издалека и говорю себе, неужели это я? Неужели я, кто-то что-то знает обо мне? Мне кажется, что и сам я ничего не знаю о себе. Нет, мое я стоит в глубине, и оно смотрит, как я поворачиваю рукой, оно смотрит, как я иду, оно смотрит, как я обращаюсь к девушке, но я слишком глубоко, и его почти никто не видит. И поэтому людям более свойственно, скажем так, изображать какие-то социальные роли, ну, для того, чтобы, допустим, получить зарплату или там просто, чтобы тебя не высмеяли. А Честертон, он наоборот, он помогает читателю, скажем так, протереть стекло. Вот это вот, он становится тем чистильщиком окон, окон грязных, окон запотевших, за которыми уже не видна красота мира. А ты сидишь, допустим, в своей таверне или сидишь на своей работе, и ты больше ничего не видишь. Вот когда я читаю лекции в Москве, то многие москвичи, которые получают для нас колоссальную, да, скажется, зарплату, они жалуются, что вот наша жизнь, мы встаем из дома, метро, работа, потом метро и дом, и все, да, и летом какой-нибудь отпуск, ну, пускай в какой-нибудь даже стране. Но разве это жизнь? Разве для этого существует человек на земле? Разве он задуман так, чтобы всего лишь исполнять вот эту знаменитую польскую поговорку с понедельника по пятницу, с 8 до 5 и так до самой смерти? Нежели в этом предназначение человека. И Честертон, он стирает накипь с этих окон, стирает грязь с этих окон для того, чтобы человек увидел, что он существует для другого, он существует для красоты, для подлинности, для неба, для настоящих отношений, в которых нет места формализму, неподлинности, ложности и всему тому, что искажает жизнь человека. И по этому поводу его переводчица, первая его переводчица, ну, одна из первых и самая известная на русский язык Наталья Трауберг, говорила, цитирую: «Чем же Честертон так удивил всех и обрадовал? Мир становился больным, а он был здоровым». То есть Честертон представляет собой человека, христианина, да, который редок даже и в христианстве, здорового христианина. Христианина, который одновременно ценит и мировую культуру, и там колыбель в детской комнате, для которого мир — это не какая-то, скажем так, точнее, крепость, да, которая со всех сторон обложена врагами, а это его дом. То есть это человек, который здраво и светло глядит на это бытие, и который пришел в этот мир для того, чтобы умножить красоту, умножить свет, чтобы радоваться здесь всему, что происходит, и радовать других. Это, собственно, очень древнее, скажем так, святоотеческое восприятие мира. Помните, еще Ита Ирландская говорила, что Господь больше всего не любит в нас хмурые лица. Да? Вот, и Честертон, он тоже глубоко это ощущал, и он чувствовал, что человек может пережить на земле некий вкус рая, некий привкус неба, и этим вкусом неба может жить. Причем совершенно не привязываясь к тому, что разные люди считают ценным. То есть для него была идеалом не работа как таковая, и ни в коем случае не деньги, а служение. Он был уверен в том, что когда, помните, Конфуций когда-то говорил, что умереть от голода — небольшая проблема, утратить мораль — большая.
И Честертон показывает, что добрый человек не умирает от голода, что о нем заботится небо, что жизнь его становится некой цветной радугой, цветной красотой, что ему становится невероятно интересно жить, потому что это опыт множества людей, подобных Честертону, хотя не множество, но подобных Честертону, когда ты служишь другим, когда ты служишь небу, чем больше ты это делаешь, тем интереснее тебе становится жить. Кажется, ты больше тратишь времени на других, а на самом деле твоя жизнь расцветает всеми цветами радуги. Ты ликуешь о том, что живешь, ты ликуешь о других. Жизнь переживается как праздник. Помните, как, может быть, последний, да, один из немногих современных классиков, Дерек Уолкотт, это нобелевский лауреат, друг Бродского, он уже, конечно, очень старенький, но у него есть такое стихотворение, которое заканчивается словами «Празднуй свою жизнь, празднуй свою жизнь». И это возможно. И вот Честертон передает эту идею праздника о жизни, празднования жизни. И он радуется тому, что жизнь можно праздновать, но ради этого, конечно, он убегает, опять же, от всего официального, от всего того, что может его каким-то образом закабалить. Помните, как когда-то к Джуанзы, это известный даосский философ, приходили постоянно, да, императорские чиновники и приглашали его на работу к императору, потому что он очень ценился, как великий мудрец в Древнем Китае, его постоянно приглашали на работу. И он такие ответы давал каждый раз этим чиновникам, что все эти ответы были записаны самими чиновниками, они тоже были людьми умными. Вот, и дошли до нас. И вот даже однажды, цитирую, как-то к нему снова приходят Джуанзы чиновники и приглашают на работу к императору. А он отвечает: «Фазан живет на болоте, через 100 шагов попьет воды, через 300 зернышко клюнет, а в неволе жить не хочет, хоть и сытно, да все как-то не так». Вот. И Честертон, конечно, он один из проповедников того, что мы пришли в этот мир, чтобы умножить красоту. И той нашей работой, которую мы делаем, мы можем ее умножить. О чем я это говорю? О том, что в мире очень много пустых, непережитых, ничего не значащих слов, разных инструкций, разных каких-то формуляров, разных совершенно слов, которые мертвы по своей сути. То помните, о чем Гумилев говорил? Мертвые слова, непережитые слова, слова, в которых не звучит небо и красота. А если вдруг в таком мире появляется человек, как Честертон, который говорит так, что в его словах звучит небо, то это замечают все. Это замечают и добрые, и злые, потому что такой человек говорит, как власть имеющий, а не как умники и фарисеи. Это нечто совершенно иное. И Честертон очень интересно замечал, что злой человек верит в зло и не может представить добра. И противоядием против всякого зла для Честертона служил святой. То есть святой – это тот, кто противостоит безумию своего времени. Это удивительный вызов всем беззакониям, всем неподлинностям, всей глубинной ложности, которая разъедает эту цивилизацию с начала времен до такой степени, что известный сирийский мыслитель Исаак Сирин говорил, что весь мир представляет собой совокупность ложных человеческих отношений. И если мы посмотрим внимательно на все, что нас окружает, мы увидим, что это так. И святой, с точки зрения Честертона, ну и не только с точки зрения его, это человек, который противостоит всей этой ложности человеческих отношений, потому что он, как князь Мышкин у Достоевского, он несет нечто совершенно иное, небесное измерение бытия. И поэтому Честертон говорил, что сказка, она в большей мере передает правду о мире, потому что наш мир чудесен, хотя взрослым кажется, что он безобразен. Да? И он говорил, что в сказке мир здрав, а в реалистическом романе душа больна, а мир корчится от боли. И вот смотрите, как он говорит. «Сказки по сути своей основательны и правдивы, а нескончаемые выдумки о современной жизни немыслимые и пусты. В сказках душа здорова, а мир полон чудес. В реалистическом романе мир уныл и привычен, а душа корчится от боли». Конечно, кто-то скажет, что это просто красивый образ, но на самом деле это некое основание того, что ощущают светлые люди, подобные Честертону, что мир внутри своей хорош, и эту хорошесть не может поколебать никакое поверхностное зло. Но поскольку люди живут поверхностно, они скользят по поверхности бытия, они не идут вглубь происходящего, то им и кажется, что, да, как говорил Дилан Томас, по-моему, да, мир уродлив, а люди грустны.
Эчестертон в своих книгах передает вкус рая, передает вкус святости. Он и сам был светом для тех, кто тянулся к подлинности. Поэтому, конечно, в советское время его произведения распространялись только в самиздате, если не считать рассказов об отце Брауне. И по множеству причин, хотя бы потому, что Честертон всегда считал, что мы должны не с помощью внешней силы бороться со злом, не с помощью кулаков, а с помощью того, что ты прав, что истина и небо на твоей стороне. И, конечно, его жизнь была удивительна, и его смерть была необыкновенна. Он в последние несколько недель тяжело болел, но болел так, что ему не было больно, просто ему было плохо, он почти все время спал. И никто не мог понять, что с ним, медицина еще не была так развита, как сейчас, но считается, что у него отказывали сердце и почки. И неделю он пролежал в коме, то есть без сознания, а потом он пришел в себя и увидел, что рядом с ним сидят его супруга Фрэнсис и его секретарша Дороти Коллинз, которая записывала за ним записывала под диктовку некоторые его вещи. Они сидят у его кровати. Он повернулся к своей супруге и сказал: «Доброе утро, любимая. Привет, дорогая». Лег, заснул и умер. И вот так окончилась его жизнь. А сейчас я вам напоследок прочитаю еще одно стихотворение, которое тоже было опубликовано в его романе «Перелетный кабак». Но я не буду читать все, а только последние 6 строчек. «Прогулки эти нам, друзья, уж больше не к лицу. Негоже старцу повторять, что с рук сошло юнцу. Но ясен взгляд, и на закат еще ведет дорога в тот кабачок, где тетка смерть кивает нам с порога. И есть о чем потолковать, и есть на что взглянуть, пока не приведет нас в рай окольный этот путь». Все, друзья.